Проводить концерты в сквере имени Высоцкого станет комфортнее. Теперь здесь есть не только сцена, но и трибуны для зрителей на 250 мест. Также оборудовали специальную обзорную площадку. Люди на мероприятиях, которые их и по 300, и по 500 человек, бывало, сидели на фонтане, либо на временных каких-то стульчиках, что тоже не создает комфортные условия. И идея, собственно, и родилась, исходя из потребности. Конечно же, мы хотим в целом весь сквер охватить, все здесь благоустроить. Работы по благоустройству сквера велись несколько месяцев. Помимо сцены, здесь сделали дополнительное освещение, заменили брусчатку. Такие преобразования стали возможны благодаря активному участию жителей Самарского района. Они придумали концепцию развития пространства, проработали проект, который успешно прошел конкурсный отбор и получил финансирование по программе «Поддержка инициативы населения муниципальных образований в Самарской области». Стоимость благоустройства – более 9 миллионов рублей. На реализацию проекта направлены средства регионального бюджета, районной казны и инвесторов. Жители знают, что им интересно. В первую очередь мы должны руководствоваться мнением жителей, желаниями жителей. И все, что мы делаем, это мы делаем для жителей. Соответственно, если это интересно и это будет пользоваться спросом, это как бы наша первоочередная задача. На этом преображение сквера не заканчивается. В планах районных властей модернизировать детскую площадку и обновить фонтан. Лариса Шалафаст, Николай Сидоров. События.